Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмиш Плей, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение The Callisto Protocol. Протокол Callisto. Просто в прошлой серии я здесь немножко облажался. В прошлой серии нам сказали не издавать звуков, а я подумал, прокатит издать. Но я не обратил внимания вот на это. Вот они. Ты видишь, сколько их здесь? Их здесь было очень много. Я почти, кстати, справился, но я подумал, что ладно, черт с ним, сейчас пройдем по-тихому. Но вот эту вот штуку мы заберем. Вот эту штуку мы заберем обязательно. Ну, конечно, боеприпасы для дробовика. Нам, кстати, в прошлой серии... Снова они. Нам в прошлой серии, кстати, дали эти... дробовик дали. Дали дробовик. И он очень-очень мощный достаточно. Хорошо нам здесь помогал. Но сейчас мы будем делать все по-тихому. Сейчас мы будем делать по-тихому. Будем стараться как-то обойти, пройти, продвинуться. Вроде как они меня не слышат, когда я вот так вот по-тихому переползаю. Поэтому пойдем. Я как-то решил немножко понаглеть в прошлой серии и убить их всех, но не справился. Не справился, ребята непростые, ребята тоже хорошо дерутся, а я такой типа, ну ладно, присядь. Вон еще, видишь, сколько их здесь? Их здесь очень много. Черт, тихо, назад. Сука, он меня спалил. Пройди мимо. Что, прокатило? Я типа пошумел и все, и дальше все окей? Наверное, да. Но они меня успели ударить. О, здоровье. Чертеж боевого пистолета. А вот пистолет я бы, наверное, сделал. Потому что дробовик у меня полицейский. У меня не боевой дробовик. Дай заберем все, что мы здесь. Все, что нам полагается, надо бы забрать, конечно. Ты видал? Три выстрела в упор и два трупа. Это хорошее оружие. Смотри, нам дают... Я так понимаю, здесь есть несколько типов именно пистолетов, несколько типов дробовиков. Сейчас у меня в руках полицейский дробовик, но мы можем собрать еще какой-то дробовик. Но это все стоит денег. Поэтому, скорее всего, мы будем качать боевой пистолет, чтобы быстрее все вот это вот стрелялось у нас. Потому что как-то однозарядный, он совсем слабенький. А потом мы будем, соответственно, делать... я не знаю, посмотрим, может еще какой-то чертеж найдем. Чертеж. Чертяжик. Чертяжик какой-нибудь, может, мы еще найдем. Главное делать все по-тихому. Я так понимаю, что всю серию мы проползем просто на картах. Мы пока отсюда не выберемся, проползем все на картах. Поехали вниз. Поехали вниз. Твою мать. Извините, пожалуйста, я прохожу мимо. Я прохожу мимо, я вас не знаю. Поближе узнавать мне тоже желания никакого нет. Сука. Сейчас же нашумит, блядь. И следующий приползет. Давай, заруби ты его. Разбей. Мне положена награда за то, что я пережил нападение. А пофиг ему, все, спи дальше. Слушай, как так, как он так это плохо слышит? У него реально какие-то проблемы со слухом. Опа. Так, я вижу преобразователь. Я вижу вот этот ретрансформатор. Загрузка чертежей. Чертеж боевого пистолета. Блин, слушай, а сколько он стоит, интересно? Дробовик, видишь, вот этот скунс. А у меня вот этот полицейский дробовик. А теперь у меня еще есть боевой пистолет войск особого назначения. Блин, да у меня ничего... А, есть что продать? Ой, хорошо. Смотри, сколько деньжат сейчас будет. Ну все, я качаю новый пистик. Я хочу себе новый пистолет. Тот пистолет, который есть у меня, он слишком медленный. Я хочу вот этот. Покупаем. Новый пистик будет. Он будет более скорострельный, я так подозреваю. Есть, завершено. Вот, спасибо. Новый пистик. Испытывать мы пока его, конечно же, не будем, потому что здесь надо действовать по-тихому, но потом мы обязательно его испытаем. Давай сразу улучшение урона поставим себе. Давай. 300 это недорого. Можно потратить. Надо вкачать немножко. Смысл идти со стандартным, если есть бабки, вкачать. У меня будет дробовик сейчас. Недавно новый взяли. И новый пистолет. Я думаю, что очень даже неплохо мы с этим будем справляться. Так, что у нас здесь? Улучшение магазина. Блин, 900 уже стоит. Офигеть, слушай, а вот тут уже цены совсем другие. Режим мощного заряда. 3600, нихуя себе, где мне столько взять ресурсов? Где ресурсов столько взять на это все? Не, ну 900 сейчас нет, пока 600, будем собирать денежку для следующего трансформатора. О, ты посмотри, какой пистик. Так, и быстро менять как его? И дробовик.
и пистолет. Все окей, меня устраивает. Но сейчас мы пойдем с дробовиком, мало ли. Здесь, если просто... Ну, здесь надо действовать быстро и наверняка. Пистолет, я думаю, это более для более тонкой работы. Здесь нужно доставать дробовики так и просто... Тихо-тихо-тихо. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Сука, еще один лес. Мне кажется, они будут еще вылазить. Они будут бесконечны. Пока я их буду убивать, они, скорее всего, будут лезть. А, не, нормально. Нормально, все, валим. Я увидел, что здесь есть проход, надо просто быстренько отсюда свалить. Так, что по жизни? По жизни все хорошо, что у меня по инъекторам? Два инъектора, окей, пока тратить не буду инъектор. Ну, по жизни, он еще зелененький, даже не желтенький. Был бы желтенький, тогда ладно, можно было бы вкачать. А пока нет. С Дэнни мы опять разделились. Дэнни, опять я провалился куда-то. Вот это я испугался. Вот это напугало, хорошо. Красиво. Еще бы чуть-чуть, и остался бы без башки. Как, в принципе, в прошлой серии или в паза прошлой серии. Наверное, в каждой серии отрывают бошку ему хотя бы по одному разу. Мы, если что, попали в какое-то логово древних. То есть это древние чуваки, они уже даже ослепли, но они прекрасно все слышат. Мне хотелось бы, конечно, чтобы они слышали меньше. Так, аккуратно. Аккуратно, что аккуратно? Кто здесь конкретно? Звуки не сдавать. Пошла сохранялочка. Сохранялочка — это хорошо. Вижу, есть решетки, это тоже неплохо. Когда есть решетки, реально проще с ними сражаться со всеми. Дай-ка это сюда новый. Новый преобразователь энергии, отлично. Это будет 200-ку стоить. 200 — это хорошая цена. Лучше 500, конечно, чем 200, но тоже так неплохо. Так, дробовик у меня перезаряжен, пистолет у меня заряжен. Погнали. Кто здесь? Так, я не вижу пока врагов, но я вижу, еще есть баллон взрывоопасный. Это как будто бы какая-то локация потыриться с врагами, да? Сука. Это все равно хватануло, засранка. Первый раз решила не попасть, а второй раз решила хватануть. Ой, их много здесь. Валим. Сука. Валим. Давай. Опа, опачки. Не надо, пожалуйста, не надо меня убивать. Хорош, отойти. Ладно, давай здесь немножко примем бой. Блять. Я все мажу. Черт. Еще и мутировал один. Спокойно. Ну, если он один остался, можно попробовать с ним справиться. Ну, слушай, меня, конечно, взяли почти врасплох. Меня почти, конечно же, здесь убили. Еще бы чуть-чуть, и все было бы, и все бы закончилось гораздо печальней. Давай, пожалуйста, мне аптечку. Я немножко запаниковал, как я это люблю делать, в принципе. Да что так мало ты восстановил здоровье, блин? Вот, это уже получше. Я нашел какую-то запись, сообщение. Мы сейчас, конечно же, ее обязательно послушаем. О, зарядка и боеприпасы. Хорошо. А, блядь, есть еще боеприпасы для боевого пистолета, есть боеприпасы для обычного пистолета. Да вы прикалываетесь, блядь. Давай еще для разных обоим разные боеприпасы сделаем, чтобы мне вообще было по полной программе что-то таскать с собой. Личные данные. Доктор, вот этот, наверное, я нашел. Вообще неизвестно, кто такой. Вторая запись его. Дополнение к журналу отчета. Докладывает доктор Юэнь. Они появились из ниоткуда. Убили Сани и Уорна. Должно быть, они сбежали из Аркаса. Были там заперты десятилетиями. Эволюционировали. Приспосабливались. Внизу, в темноте. Я связался с Малер, запросил немедленную эвакуацию. Остается надеяться, что она скоро пришлет помощь. Не пришлет. Малер точно не пришлет. Малер не тот человек, который будет рисковать какими-то ресурсами, чтобы прислать тебе помощь. Так, я пока, кстати. Блин, я мог вот сюда пробежать и свалить от них, правильно? А я решил, вот такой, а, блядь, давай посражаемся, почему бы и нет.
Ну, ладно, справились тоже неплохо. Конечно, жизнь потратили, немножко патронов потратили, но я выжил. Это уже хорошо. Тихо. О, опять здоровечка. А нет, это вообще инъектор. Сука. Ну, я хотя бы инъектор взял. Я только что понял, что я гнездо не разворошил вот это чуть-чуть назад. Ну, уже не будем возвращаться. Там, мало ли, еще вылезут какие-то челы. Мало ли, они опять куда-то там вылезут откуда-то. Не будем рисковать. Если... Да перелазь, пожалуйста. Если бы мы... Если бы сразу забрал, тогда окей. Но сейчас смысла нет. Так, вижу нычку какую-то. Вон ящик лежит. Хитро сделали. Ты, если ее не притянешь за собой, ты просто провалишься вниз и до свидос. Carry light. А, не светить светом? Аккуратно свет или что это такое значит? Или включи свет. Здесь, мне кажется, будет тем... Он же сказал, внизу в темноте, а здесь сейчас будет темнота. О, тихо. Подожди, так это обычный. Это не древний. Это такой, который плевальщик наш любимый. Нет? Давай попробуем его чикнуть. Да, это плевальщик. А где быстрое убийство? Да чё ты, чё? А вот это уже древний. А вот это уже древний. Мы сейчас попробуем по-тихому. Все, я начал их потихоньку различать, научился немножко. Самую малость. Так, наверх, окей. Нет смысла тратить ресурсы. Если можно его обойти, я лучше обойду. У нас не стоит задачи зачистить весь сектор. У нас стоит задача отсюда просто уйти. Выбраться, выжить. О, тихо. Блин, как его обойти? А никак вообще, по лестницам умеют? Умеют лазить они по лестницам прекрасно. Нормально, нормально, хорошо. Закрывай дверь быстрее. Не давай ему зайти за мной. Ладно, черт с тобой. И двери, то есть, останутся открытыми, да? Типа такой, добро пожаловать. Если я здесь сейчас использую шум, то все пойдет за мной дальше. Так, вижу древний один. И хорошо, если просто древний. Если здесь будет, например, какой-то зрячий, то у меня проблема уже. Потому что мимо древних можно просто пройти. Так, пошло сохранение. Уже спасибо на этом. Уже хорошо. Если я вдруг сдохну. Так, подожди. Они что, на свету видят, что ли? Я не понимать. Don't sound. Все, окей. Don't sound, я понял. Так, вижу баллон газовый взрывающийся. Ой, здесь такая, знаешь, поляна, как будто бы ты сейчас будешь гаситься со всеми. Напряженочки, момент напряженочки, да? Так, вижу древние. С двух сторон идут. Еще один, ёб вашу мать, вы чё? Давай спрячемся пока туда. Можно баллоном, наверное, запульнуть и типа сбить их со следа всех. Давай попробуем. Туда. И побежали все. Дружненько все туда, там же что-то взорвалось, правильно? Там где-то еще вылазит, уходим отсюда. Твою мать. Тихо. Прям передо мной вылез. Ой, бля, я даже испугался. Но повезло, что он не напал хотя бы. Мне кажется, я зря баллон потратил. Они не особо среагировали на него. Они все равно здесь, полной толпой, гуляют себе, все у них хорошо. Тихо. И от стенки отошел. Спокойно, уходи. Сука, как ты меня увидел, а, ублюдок? Пару раз выстрелить, попробуйте сорваться отсюда. Ох ты, пиздец. Это жопа. Я не знаю, что делать будем. Тихо. Да, тихо. Да, сука, ну чё ты, блядь, в спину бьёшь? Заебал, ты чё, бегать не можешь быстрее? Прокатит, не прокатит, а? Как думаешь? Не, ну сражаться с ними это жесть будет какая-то. Ну, посмотри, сколько их. А, всё, они меня палят. Они меня палят, я понял. Сука, опять по спине. Так, а мне туда нужно, да? А сейчас еще тут будет какой-нибудь, знаешь, типа... этот. Жаль, гранаты нету. Жаль, нету гранаты. Вот я потратил, конечно, баллон. Я же говорил, что зря его потратил.
Давай, давай, быстрей. Пистолет доставай. А, ну все, хана, ты смотри, все, они же мутируют по полной программе. Найти карту доступа. Это карта доступа. Блять, перезарядка. Тихо. Все, все, добиваю. Ой, красиво, новое убийство, наконец-то. Ой, жесть какая. Там просто ямищи какие-то в голове. Так, ладно, мне нужно найти карту доступа. Мне нужно мало того, что здесь как-то их всех обойти по-тихому, мне еще и карту доступа нужно найти. А у кого карта доступа будет? Стопудово у какого-то мертвого охранника. А почему хп у меня желтые? Ой-ой-ой, подожди, а где я? А, я уже здесь, меня сюда перекинуло. Окей. Вот на этом спасибо, конечно. Залезь наверх. А, нельзя наверх залезть. Ой, пиздец. Так, пошла опять жаришка, да? Давай сейчас побегаем, попробуем найти карту доступа. Я хоть буду понимать, куда мне бежать нужно. А, сюда. Они меня что, типа, за мной не пойдут дальше? Если они за мной не пойдут, это, конечно, будет вообще просто лол полнейший. Это, видимо, транспортировочный узел. А, мне перезарядка еще. А, они сюда могут пролезть. Мутирует, сучка. Отойди, 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 отойди. Снесли босса. Так, ну я хотя бы знаю, что сейчас нужно по-тихому пролезть сюда. Уже что-то. Ой, мы здесь будем, конечно, убирать, я чувствую, очень долго, долго и упорно. Но спасибо, знаешь, за что, игре? За то, что хотя бы сохранила меня чуть дальше. Ой, блядь, прекрасно. Вообще замечательно. Да я хпшку себе полечу. Блин, так мало хп восстанавливается. Просто кошмар какой-то. Ой, там робот впереди. Почему робот не выйдет и не загасит всех этих засранцев здесь? Кто мне расскажет? Давай, улучшение емкости мне нужно, наверное. А подожди, давай посмотрим, что мне вообще дает еще дубинку можно сделать. Я давно дубинку не вкачивал. 2700, ну конечно. Сломает руку нападающему, если он отразит рукопашную атаку офицера. Прекрасно. Вот это мне нужно. Эти засранцы часто перехватывают мои удары дубинкой. Как-то напряженненько у нас здесь, да? Спасибо. Все, двинули дальше. Мне нужно искать код доступа. Раньше у меня, кстати, аптечка больше восстанавливала, мне кажется. Можно было и желтый, прям до зеленый докачаться, инъектор этот. А сейчас нет. Так, опять здесь будет сейчас заварушка, да? Так, я доберусь до колонии. Надеюсь, что да не там. Ой, мы здесь будем держать атаку. Ой, оборону, скорее всего. Сейчас будем ехать, и на нас будут нападать и нападать. Давай мы заберем все это. А, закрыто. Это закрыто, а потом постепенно будет открываться. Ой, замечательно. Стопудово. Карта доступа есть. А здесь ее можно использовать? Обесточено. Открыть дверь к туннелям электростанции. О, эти открылись. Подожди. Что за херня? Он был синенький, потом стал красненьким. У меня есть ключ доступа, можешь открыть, нет? Ну вон же, видишь, синий. Это какие-то галюны, что ли, в голове? Сейчас, подожди, подожди. Мы с этим разберемся. Тут, ну, мне кажется, какая-то загадка или еще что-то подобное. У них какой-то таймер идет на открытие. Показалось. Или это просто баг? Или это просто, типа, они должны быть красными, но иногда загораются. Ну, вот, видишь, опять синенький был. Ладно, черт с тобой. Мне, скорее всего, нужно вернуться теперь туда. Мне, скорее всего, нужно вернуться. У меня есть ключ доступа. О, видишь, синий? Стал красным. Ладно, возвращаемся и будем открывать ключ доступа. А, подожди, мне сейчас надо будет сходить, скорее всего, дать ключ доступа, запустить питание, потом вернуться сюда. Вот, скорее всего, так оно и произойдет. Сколько, что у меня по инъекторам осталось? У меня один инъектор.
и мало хп. Ладно, будем пробовать по-тихому. Что эти черти могут спокойно перелазить из локации в локацию. И их тут опять полным-полно. Давай, иди туда, я сюда. Ящик этот забирать даже пока не буду пробовать, потому что, ну, опасно. Опасная ситуация, нужно как-то здесь попробовать, ну, просто уйти отсюда, убраться. Только не вперед, стой на месте, сука. Давай ключ доступа. Может, побыстрее чуть-чуть как-то? Так, сохранялочка пошла уже, спасибо. Обнаружить местоположение энергореактора. Ёб твою мать. Найти здесь где-то энергореактор. Охуеть можно. Так, я вижу баллон взрывной. Скорее всего, здесь будет заварушка. Угу. Блять, я пошел не с перезаряженным дробовиком. Молодец какой, Вань. Прекрасно справился. Прекрасно справился со своей задачей поставленной. Наверх, наверх, наверх. Тише. О, ёб твою мать. Подожди, сейчас, может, он успокоится. Погоди секунду. Блять, закончилась зарядка. Давай, пролазь, пролазь, пролазь. Я-то могу пролезть, они не пролезут. Они пойдут другим путем. Что за сумбур какой-то, не серия просто. Ну это прям жесть какое-то, а не место. По-тихому не пройти, они все равно как-то палят меня. Я кучу ящиков пропускаю. Кучу ящиков, просто целую гору. Уже два целых. Представляешь, какая гора была бы из двух ящиков? Просто офигенная. Ах ты, сука. Блядь, ты видишь, какая здесь толпа. Беги, 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 Джейкоб, давай. Нам нужно как-то отсюда выбраться, Джейк. Пожалуйста, не реагируй на это. Просто чеши дальше. Ой, а здесь тупик. Зашибись. Вот мне и пиздец пришел, да? Ты смотри, какая толпа. Да бесполезно, я не знаю, зачем я это делаю. Это все. Они меня тупо окружили, они мне не дадут пройти. Ой, хорошо, он меня развернул. Нет, 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 не разворачивай, пожалуйста. Красное ХП уже, все, просто горит красным. Горит просто огнем. Горит, что тебе пиздец. Я пошел не в ту сторону еще. Не было здесь никакого реактора. Так, ящичек, прости, я не смогу тебя забрать. Придется тебе здесь остаться одному. В ту сторону попробовать зайти. Так, давай быстренько здесь инъектор. Ой, господи, как он мало восстановил. Блять, нет зарядки. Неужели нужно было идти сюда? 4 здесь, 10 здесь, хорошо. Скажи, что у тебя аптечка есть. Нет, у тебя есть какая-то запись. Опять доктор. А подожди, то есть надо было идти туда? Блять, а я там что-то не сделал, видимо, в панике не увидел. Прекрасно. Нам сейчас туда возвращаться нужно. Угу, я увидел его. До свидос. Доктор, запись доктора потом посмотрим. Еще один побежал.
Слушай, а что по заданию вообще? Я как-то что-то не соображу. Что мне сейчас делать нужно? Ладно, давай сражаться. Так, это здесь один был, подожди. Там еще один был. И здесь их было просто целая гора. Так, у меня перезарядилось. Есть у меня? У меня инъектора нет. У меня нет инъектора. Ладно, давай попробуем, посмотрим. Может, они успокоились уже? Может, они успокоились, остыли немножко? Я еще туда направо не ходил. Я еще не ходил вон туда. Там, видимо, что-то должно быть. А, вот же кабель силовой. Господи, вот же тебе подсказка. Дурачок, я ее даже не заметил. Так, вон еще кабель идет дальше. Блин, ну идет прям туда, где я толпу оставил. А может, не засчитало, что я ушел из зоны и все, и такие типа, ну все, здесь нет больше. Так, ну вот кабель. Идет туда. Электростанция, вход для персонала, а как я туда проникну? А вон открыто, бляха, мух. Я не в ту сторону побежал. И толпы здесь этой нету. Окей. Ну так замечательно. Это просто прекрасно. Куда они все делись, правда, неизвестно. Но я не думаю, что они типа такие... Ну, бля, нас пару раз дробовиком попал, поэтому мы как бы умрем. Ух ты, сучка. Надо купить будет сейчас аптечку обязательно. Хотя аптечка стоит дорого. Ты мне хотя бы аптечку дай. Кредиты, спасибо. А дверь закрыть нельзя. Ну ладно. Так, что здесь? Здесь патроны. Здесь у нас что? Патроны. Ну тоже неплохо. А у меня всего лишь 200. Ну, я могу еще продать вот этих штук. Две зарядки есть уже, тоже хорошо. Сколько стоит инъектор? 500. Блять, инъектор стоит 500. Это все мои бабки. Но у меня нет жизни вообще. Я же больше ничего не вкачаю здесь. Ладно, все. Не хочется просто покупать, понимаешь, инъектор, если честно, за 500, блядь. Но придется. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот прикол, мы сейчас проходим дальше, а там их 5, блядь. 5 инъекторов будет лежать. Ты, блядь, вот тебе инъектор, Ваня. А чё ты не берешь его? Забит, что ли, инвентарь? Нет. Опять вот этот вот вонючий лаг будет. Вот же он, возьми, пожалуйста. Давай используй мой, кстати. Надо в любом случае его надо использовать. Ну ты посмотри, вот он лежит, я не могу его достать. А если попробовать этим грави? Ага, хуй. Все, прощай, инъектор. Прощай навсегда, ты мне был так нужен. Do not touch. Не трогать. Я понял, что если мы запустим электростанцию, все это запустим, здесь вообще жесть какая-то будет происходить. Здесь просто начнется какое-то адище. Они все проснутся, скорее всего. Вон провода. Нашел генератор. Надеюсь, он работает. Бля, здесь пиздец будет. Здесь будет просто жопа. Don't make sound. Опять они. Опять эти вот ребятки, слухачи, которые наши. Спасибо, что так далеко можешь это сделать. Патроны. Дают патроны для дробовика, это одновременно хорошо и плохо. Хорошо это тем, что они у меня будут, плохо это тем, что их придется использовать. Игра просто так тебе ничего не дает. Ой, тут еще и мокрый пол, по которому нельзя быстро бегать. Замечательно. То есть, если вдруг меня зажмут, я даже не убегу от них. Но они прям хардкорненько сделали на самом деле. Здесь такие моменты порой бывают просто сумасшедшие какие-то. Ну ты видел их, было человек... Штук 10 их было. Мне просто повезло, что меня игра выпустила. Так, куда мне дальше? А вот сюда, я понял. Это еще и плевун.
Блять, да встань ты. Да встань ты, залезь, сука. Я его притянул к себе, чтобы он меня поцеловал. Прекрасно. О, еще живой. Мы сильно нашумели. Мы сильно нашумели. Надо для дробовика, кстати, этого вкачать, наверное, какую-то обойму. Я не знаю, там было что-то подобное или нет. Вот на этих я зря потратил зарядку. Они же просто ползали снизу. О, аптечка. Или их можно было просто ногами задавить. Скорее всего. Блять, кто там? А, ты, сучка. Есть и кредиты это все. Конечно, замечательно, спасибо за деньги, но, блядь, могли бы здоровье дать. Инъектор, например, который я не смог поднять. Ты же видел, я ж не виноват, я пытался его поднять. Всеми возможными способами. Прямо наверх или налево можно. Налево здесь нельзя, можно наверх. Да лезь. Лезь, пожалуйста, Джейк, блядь, не тупи. Мы находимся с тобой в такой херовой ситуации, Джейк, что надо просто отсюда как-то максимально быстро выбраться. Аккумулятор, хорошо. Это хорошо, это хорошая штука. Заперто. Все заперто здесь. Здесь пошла сохранялка. О, мне кажется, мы сейчас запустим это все. Ой, блядь, здоровье, кредиты. И будем как-то выбираться. Ну, поехали. Power on. Не так просто здесь сохранение пошло. А, он еще не заработает? Перезапустить переключатель. Прекрасно. О, ретронслятор. Ничего здесь продать нельзя. Можно, кстати, боеприпасы для однозарядного, но они так мало стоят, а польза от них есть, как бы. Сколько у меня вообще патронов для дробовика? Для дробовика у меня 130... А, 8, 12. Для боевого 15, 10. Надо для пистолета покупать. Очень быстро для пистолета будет покупать. Для пистолета улетят просто раз, два, три, и все, и нету. Окей. Ноль денег. У меня ноль грошей. А здесь открыто, а там заперто. Ну, я не знаю. Смысл пока прятаться. Здесь враги и те есть. Найти переключатель. Найти первый переключатель. Так, вон я вижу решеточки. Хорошо. Вот тебе и первый переключатель. Ну, давай. И пошла сейчас жара на меня. Так, вон, по этому нужно проверять. Проводу искать. Второй переключатель. Я понял, мне игра показала, как действовать. А, вниз спускаться надо. Слушай, почему они меня слышат? Здесь такой грохот стоит, они вообще меня слышать не должны. Ну, чисто гипотетически, да? Пойдем вниз. Он, наверное, вверху появился. Он перелазил ко мне, скорее всего, наверх. А, во, тихо. Здесь грохот стоит сумасшедший, ребят. Вы меня вообще слышать не должны. Ах, сука. А, тихо, отойди. Самый сильный остался, как назло. Ну давай, блокируй мои удары, сучка. Раз. А, ты один раз сейчас будешь, да? Не захотел блокировать. Дробовик. Раз, два. Где-то с третьего еще должно что-то вывалиться. Три. Все, есть. Давай, переключатель включать. Включать переключатель, давай.
Опа, поехали дальше. Следующий вылазит. Так, остался последний. Третий? Три всего лишь. О, перезарядочка для этого. Прекрасно. Тоже нужная вещь. А у меня инъектора нет. Я хотел сейчас здоровье поправить, но у меня нет инъектора. Интересно, у нас... Ой-ой-ой-ой, еще двое. Откуда вы взялись, блядь? Откуда вы все вылезли, сучки? Так, аккуратно. А, мне нужно наверх, хорошо. Че, они за мной не пойдут, что ли? Все, четыре на месте, окей. Вон впереди еще один бегает. Бесится, сука. Блядь, два мимо! Блядь, сзади подошел. Сука. Патроны закончились. Блядь. Один остался. Ёбаный в рот, а. Ай, сука, мать твою ебал, я, блядь. Ладно, этого не слышали. Это я уже прям погорячился, меня уже прям выбесило. Попробуем по-тихому. Найти третий переключатель. Что у меня по боеприпасам? Как обидно, а, когда вот один всего остался. Такую толпу перевалить, блядь, чтобы просто сдохнуть на последнем. Ладно, не издавать звуков, значит не издавать звуков. Я, в принципе, здесь других, кроме древнего, не видел. Поэтому надо пробовать как-то так двигаться. Ага, спасибо, вылез. Отстань. Не получилось. Сразу же все пошло не по плану, да? Просто с самого старта. Кто-то уже успел наверх залезть или нет? Пока еще никого здесь нету. Да ты иди, блядь! Время мое тратишь! Хер с ним с уроном, то, что ты наносишь. Ты время тратишь, за которое я могу нажать. Есть. Есть переключатели. Я не знаю, меня сейчас или убьют, или что происходит. Что происходит, блядь? Над этим управлением. Питание включено, нужно вернуться к платформе. А, хорошо. Да хорошо, уходим. Восстановители сражения старого этого. Да ты иди, блядь! Валим, 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 просто валим. Если хватит сил. Джейкоб, ты слышишь? Электропитание только что включилось. Я усиливаю сигнал. Они за мной, походу, еще идут. Да, да, я на месте, я тебя слышу. Теперь иду в колонию. Ух ты, твою мать. Смотри, сколько их здесь. А пока нужно быть тише. Да хуй там мы убегаем. Черт, будь осторожнее, до встречи. Куда бежать, куда бежать? Я вижу коробку. Пожалуйста, инъектор. Дайте инъектор. Ну, здоровье уже неплохо. Вот здесь нужно было остановиться. Здесь я это сделал абсолютно не зря. Что здесь у меня по патронам? В принципе, пока жить можно. Пока жить можно. Узел... Так, транспортный узел. Ай, все, я помню, помню, куда. Помню, 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 помню. Здесь их было же целая гора. Куда они все делись? А чё я жалуюсь? Чё я жалуюсь? Прекрасно, что их здесь... Ой, все, нету. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Нет-н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 ет. Уходим. Я хотел забрать ящик, но не получится. Пошел нахуй! Ой, хорошо, еще проход завалило. Замечательно. Беги-беги-беги, они же могут снизу пролезть. Еще бы немного, и тебя бы убили, как уже раз 300 в этой игре, наверное. Будет интересно, в конце там будет статистика, сколько раз вас завалили. Ну скажи, что ты дашь мне ее открыть. Ой, хорошо. Блок, силовые перчатки, становящая инъекция. Сразу же инъекцию давай. На этой платформе мы будем ехать, и на нас будут нападать. 100%.
Нам очень дают много блоков, поэтому их, наверное, будет можно скидывать. Так, все, блоки пока закончились. Места нету для блоков. И припасы для пистолета, окей. Фу, ну, поехали. Нажимай. Я буду их скидывать стараться. Я буду их честно стараться скидывать, ну как получится. Как получится. А, не скидывать, скорее всего, в этот вентилятор. Следующая станция Аркас. О, где вылезли? Сука. Пошел на. А ты чего живучий такой? Да чё ты их, блядь, не хватаешь? Все, я вниз кину. Сука. Первую четверку, ладно. Первую четверку еще окей. Где следующие? Мы, наверное, очень быстро едем, да? Хотелось бы просто со сверхгалактической скоростью лететь. Где он? Пошел отсюда. Пошел нахер с моего поезда. Окей, есть. Они сразу мутируют. Они сразу мутируют, сучки. Ох, блядь. Я не хотел стрелять. Я случайно выстрелил. Но я не думаю, что это большая проблема, правильно? Здесь все. Или здесь что-то осталось еще? Есть. Давай, давай, газуй, 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 газуй. Со всех своих сил. Блять. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Так, без билетников просто выкидываем, блядь. Я здесь ебучий кондуктор, нахуй. Кондуктор из ада, блядь. Нет, у меня закончились зарядки. Боже, я надеюсь, сейчас они прекратятся. Нет. Тихо, 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 тихо. У меня нет больше этих. Нет, нет ни зарядки, нет, походу, ни аптечек. Остался только, видимо, целая куча патронов для дробовика. Ой, дробовик, спасибо большое, что ты у меня есть. Давай, давай инъекцию. Есть инъекция одна, хорошо. Хо-хо-хо, блядь. Давай, давай, соберем все, что есть. Внимание, операторы должны всегда носить защитное снаряжение. Я, собственно, в нем и есть. А здесь больше нет у тебя ничего? Ты чё? Бля, как-то мало с них выпало мне, или мне показалось. О, что это? А, это уже использованная инъекция. Перезарядка есть. Если сейчас еще восстановить немножко этого... Это босс? Это босс, блядь. Ой, заебись. А чё ты такой здоровый, сука? О боже, нет. Он сказал просто о нет, но я бы сказал о боже, нет. Держитесь подальше от стен туннеля. Окей. На, пожопят, сука. У меня закончились патроны для дробовика. Одну башку снес уже. Он отрывает от себя кусок. Он сейчас будет быстрее двигаться, да? Ебать, он нанес урона. Нет! Сука, нет! Я столько продержался. Нету.
пожалуйста, только хотя бы с его, блядь, появлением мы сейчас будем проходить. О, окей. Пережить поездку на платформе. Охуенная задача. Чтобы выжить, живите, блядь. Ну ладно, я одну бошку успел снести. У меня же скоро еще и однозарядный пистолет пойдет, был, если что. Дай увернись, увернись, пожалуйста. Ладно, мы сейчас, сейчас мы сдохли быстро. Он, я случайно убрал прицел, он начал бить. Я хотел увернуться, я уже нажимал три раза увернуться, но нихуя не получилось. Давай, сука. Иди сюда, нахуй. Я забыл, как менять оружие. Это однозарядно, наверное. 45 патронов. Да, это... Да не, это быстро. Да не бей ты его, сука! Так, ну первый раз я явно продержался дольше. Я продержался первый раз явно сильно дольше. Ничего, мы его завалим. Мы его завалим, блядь. Эта сучка еще будет молить о пощаде. Окей. Есть, сука, увернулся. Так, дробовик закончился. Нет, 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 ну, блядь. Ебучая ты нахуй управление. Ты видишь, я убираю прицел, когда нажимаю на выстрел. И он такой, типа, не, ну давай палкой ёбнем эту хуйню, да? Так, вместо дробовика надо поставить однозарядный. Уху-ху-ху-ху. Спасибо. Спасибо. Повезло сейчас. Если бы он сейчас не упал на колени, мне был бы пиздец. Видишь, сколько у меня хпшка осталось? Внимание, голос. Не приближайтесь к платформе. А, он оторвал от себя кусок. Мимо! Блядь! Это вот тот момент, когда ты понимаешь, что ты уже сдох, блядь. Ну, когда ты еще не сдох. Слушай, вот мне, кстати, ради интереса хотелось спросить. Есть же полно игр, которые сделаны так, что ты постоянно умираешь. Ну, типа как, ну, не, я думаю, что не Dead Space, это просто у меня руки кривые. Но люди же кайф какой-то получают, когда их постоянно убивают, когда у них жопу рвет, блядь. Тихо. Ну, я... Как бы, если ты один из таких, объясни мне, пожалуйста, в чем прикол. Тебе нравится, когда горит вот так вот сильно, как у меня сейчас. Я просто, если честно, это в играх ненавижу. Мне нравится, когда враги сложные, но когда они сложные настолько, что надо сдохнуть раз 20, блядь, чтобы их победить. Мне это уже начинает не нравиться. Блядь, ну что ты не увернулся? Есть еще патроны? 4 еще есть, нихуя себе. Все, здесь закончились патроны. Здесь нужно поменять сейчас его на одноразовый. На этот. Оп, 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 оп. Да что ты опять дробовик достал, сука ты, а? Я ж хотел однозарядный достать своим. Вроде как помощнее будет этого скорострельного пистолета. Ой, он прям за мной бежит. А где ты? Все, патроны закончились. Ой, это мой этот пошел однозарядный сейчас. У меня же здесь есть мощный выстрел взрывающийся. Взрывающийся выстрел тратит очень много боеприпасов.
блядь. Давай добивай меня, я даже дальше пробовать не буду. Даже пробовать не буду, он будет мне сносить до красного, нехуй даже дальше рыпаться. В самом начале это тем более. Просто жопа сгорит, когда буду еще раз, блин, 10 минут его убивать, а потом сдохну в конце. И на него стопудово грави-перчатка не сработает. А будет смешно, если так грави-перчатка... Оп, и выкинул его с поезда. Ой, конечно. С какой стороны пойдешь? А, с этой, окей. Давай. Попробуем сейчас в близком контакте с ним поработать, да? И сразу же бьет. А, нет, отрывает от себя часть. Быстро бьет, тука. Блять, было проебочка, да? Внимание, не приближайтесь к краю платформы. Я не знаю, что мне с ней сейчас с ним делать. Он быстро очень атакует. У меня еще и хпшечек тех совсем нету. Перезарядишься? Нет, не перезарядится. Ебучий ты случай, а. Вот во второй фазе он, конечно, опаснее. Он очень быстро бьет. В первой фазе он медленнее гораздо. Хватает пузанский. Так, дай-ка мне пушку другую взять, пожалуйста, вот эту, наверное. Подожди, я сейчас мелкого первого завалил, я стал только здоровым. Ты так же медленно будешь на меня бить? Ай, хорошо. Ой, счет за лаг был такой. Я куда-то попал на какую-то платформу, видимо. Блядь, вы чё, нахуй, вы чё, блядь, сука, гейпад? Что за подстава, блин? Ёпта, только же зарядил вас. Видимо, мало заряжался. Тихо, не падай. Не падай, пожалуйста. Боже, дай мне сил нахуй пройти этого босса, пожалуйста. Потому что у меня что-то уже подгорает. Уже на нем подгорает. Уже подгорает конкретно причем. Чё за... Это, включился?
Бесполезно с ним сражаться в рукопашку. Даже пробовать не буду. Бля, целую обойму всадил, ну хоть бы что, блядь. Боже мой, наконец-то! Одна голова хорошо, а две лучше, блядь. Уничтожьте двухголового. Приближаемся к пункту назначения. Прибытие, станция Аркас. Это было тяжело, конечно. Это было прям тяжело. У меня аж, блядь, жопа заболела нахуй здесь сражаться. Шучу, шучу. Так, все, на этом моменте серию заканчиваем. Мне явно надо сделать перерывчик немножко от этой игры. Спасибо, что досмотрел до конца. Надеюсь, вам понравилось. Было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, замечательного, самого наилучшего. Счастливо, пока и до свидания.